Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. 2021 год по-прежнему продолжает уносить жизни великих людей. Апрель 2021 года стал настоящим звездопадом для российских артистов. Только за апрель ушло более 40 известных актеров и артистов. Многие из них были молоды. Очевидно, что в историю он войдет как трагический месяц для российского искусства. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. Не успел начаться май, как за первые его дни ушло 7 известных артистов. К сожалению, сегодняшний день не стал исключением. Пришла печальная новость. На 62-м году жизни, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, умерла коллега Дарьи Донцовой, писательница Татьяна Полякова, которая известна как автор произведений в жанре авантюрного детектива. Информацию о ее смерти подтвердил менеджер публицистки Валерия Сергеева. Писательскую деятельность Татьяна Викторовна начала в 1997 году. За свою творческую деятельность Татьяна Полякова написала 94 книги. По некоторым из них были сняты сериалы. Вероятно, это еще не конец, и произведения Татьяны Поляковой лягут в основу сценариев к фильмам. Редакция нашего канала приносит искренние соболезнования родственникам писательницы Татьяны Поляковой.